Друзья, всем привет! Мы сегодня на охоте. У нас сегодня открытие сезона. Охоты, короче, вот так собрались. Куча шмоток. Мы на дня 3, наверное, 4 где-то погрузили лодки. Две лодки у нас сегодня. Вот. И вот основной багаж. Это все основные вещи у нас. Это мы будем брать его, короче, прицепом. И потихоньку пойдем до места. Мы сегодня втроем взяли с собой подсадную уточку. Зовут ее Полина. Вот. Осталось за малым делом. Осталось только чуть-чуть вот погрузить лодку, и все. Мы отправляемся в путь на стан, искать стан. За Витой, что ли? Ой, за этим, за Андрюхой. Так, надо теперь меня как-то посадить. Хорошо я в этих вейдерсах. Ладно, все, я сейчас залезу. Залезу, залезу. Все, нормально. Сейчас да, залез. Здесь. Куда? Да, спереди. Где Серега? Ага. Опа, очки. Есть. Куда? Посередине ставь. Сюда вот. Мешает. Ага. Может, вниз поставим, под сидушку под твою. Не надо, на руки ее встал. Опускай, он тут крякает. Охренеть, как цыгане собрались. О, как он, трикол, да? Каракат. Ну все, отчалили, потихоньку идем. Мы думали, два захода будет, в итоге получился один заход, чтоб не возвращаться. Погрузили просто максимально, с горкой. Приехали, сейчас мы шли против ветра, волна капец была, сейчас вроде более-менее затише стало. Вот воды, лодки много стало, вот сколько воды набралось. Видим, как это бассейн, блин. Что, идем потихоньку, нормально. Так, ну все, приехали. Паркуемся. Друзья, у нас обстановка немножко изменилась. Мы вот причалили и встретили на каракате двух мужиков. Оказывается, что один из них мой подписчик моего канала. Не ожидал, конечно, что я встречу своего подписчика в таких местах, в диких. Они нас пригласили в избу. Вот. Пообщались, немножко постояли, поговорили. Вот сейчас мужиков я толкнул, чтобы они на лодке вдвоем, чтобы легче было им идти. А я сейчас пешком немножко тут пройду до избы. Тут недалеко. Вот. Ну, я чувствую, что будет все прям офигенно. Уток очень много тут летает. Уток просто до хера.
Вот сейчас иду по дороге накатанной. Здесь уже накатано этими вездеходами, ракатами, чем только тут не накатано. Короче, мне все нравится, всем нравится. Погода, конечно, сегодня ветреная, прям капец ветреная. Потому что у нас, ну как бы эта речка Обь идет, из-за этого всегда у нас погода меняется. Ну, завтра обещают нормальную погоду. Ветер успокоится. И сегодня мы будем на вечерке. Сейчас мы пока расположимся. Палатку нам не надо будет устанавливать, потому что у нас будет изба. Вот. Сейчас посмотрим избу. И попозже я вам покажу, расскажу там. С ребятами больше, побольше познакомимся, пообщаемся. А так все хорошо у нас. Оставайтесь на канале. Че, я с тобой поеду? Ага. Ну все, друзья, короче, да, дошли мы до избы. Вот изба тут. Вот она, изба. Вот, потом покажу, как там внутри. Это, не знаю, то ли баня, то ли что. Вон там еще у меня мой подписчик мне машет. Сейчас мы будем с лодки на, ну, с лодки то, что мы приехали, будем немножко вещи тут перевозить. Сейчас немножко прогреется. Вот на такой технике, на каракате. Я не знаю, как он называется. Нет, не знаю. Короче, потом расскажу, наверное. Вот. Сейчас я сяду в него и поедем за вещами. Надо будет вещи перевезти в избу. Ребята хорошие, гостеприимные. Вот. Техника вообще вещь. А сколько здесь этот мотор, сколько лошадей? 109. 109? Ну вот 109 лошадей. Вот такие колеса здоровые, прям нормальные. А этот шланг что, можно наступать? Да, да, это специально, можно, да. Можно, да? Я думал, может там хоть тормозной шланг. Нет, это специально, шланг РВД. О, первый раз на такой технике еду. Нифига там места сколько сзади. Места вообще до хрена. И получается вот как этот. Гармошка. Гармошка от троллейбуса. От троллейбуса, да? Да, именно завод, который производит. Нифига себе. От троллейбуса. Прикольно. Сзади печка, получается. Еще печка работает для пассажиров. О, так тут много человек можно насадить. Мой подписчик. Давай, братан. Подписчик пожелал удачи. Не знаю. Но здесь всякое эти обозначение уже.
Ну это да, это ты вот. Ты сам подписывал, да? Нет, это производитель, это как бы первые модели, сейчас у него все подписано. Ну чисто от руки написали. Да? Да, это вот раздатка, повышенная, пониженная, блокировка. А тут автомат, коробка? Да. А, нифига себе. Toyota Speed. А, прикольно. В раздатке. Это две блокировки электрические. Моста, кажется. Ну, магнитола своя. А, это уже. Уже сами тут мудрили. Ладно. Ништяк. Классно. Удачно мы, кстати, мы удачно заехали в этот раз. Все, грузим необходимые свои вещи. Первый день мы уже расположились, все перевезли, все вещи. Вот такая изба. Ребята там что-то в телефоне смотрят. Да ну это так. У нас электростанция работает. Вот такой вид. А, кстати, вот, мужики тут уже несколько дней, вон, уток настреляли за несколько дней на Шулюм. Все, вот такая вот расположуха. Расположились нормально, тут все есть. Вот такой стол. Не, вообще класс, по кайфу. Вот, нары. Получше, да, чем в палатке? Ну, конечно, получше, чем в палатке. Вот. Сколько здесь может человек разместиться? Человек 10. Мы считали, десяточка тут. Ну, десяточка точно, по-любому. Получалось то, что молодежи дохуя прилетает, улетает, знаешь, там, кто-то просто на один день там, блядь. Ну. Старички все время вот здесь вот нахуй, а тут вы как хотите, так и ебите всему там бочком нахуй где-то. Буржуйка. Специально эти сушилки. Я уже свою обувь поставил, чтобы сушилась. Ну такая вот избушка охотничья, рыбацкая. Вот сейчас готовим. Ну только сейчас я его не взял, потому что он еще долбоёб, он еще это не понимает. Макс, Макс же, да, Максим? Да, Максим. Вот. Ты что, щука будешь жарить? Да, щука будет в кляре. О. Фри. А, фри. Какая это? Щука фри. Щука фри, как картошка фри. Там, кстати, нормальная щука такая. Сейчас пожарим. Короче, все есть. Ну и с собой много чего, много очень привезли. Да, чисто по-мужски вещи завезли, все что надо взяли. А мы еще хотели палатку ставить, а тут раз и это, ребята. Да, прям удачно, мы только подъехали, они подъезжают и да, разговорились. Я да к нам в избу, ну и все, мы вот в избу, даже палатку не надо мучиться ставить. Пока как бы так.
Обстановка по кайфу. Ага. Это только на севере так, наверное, вот так вот. Да. Да, скорее всего. Ну как? Есть, конечно, места, там Алтай, не Алтай, там, конечно, не тоже знаю, места. Не знаю, но я за Алтай наслышал, что вот, да, вот по шишке приезжают, если из других регионов, чуть ли, блядь, ну, реально не палками, не больно. А, то есть там, да? Такая, да. Суча, да, свои. И именно алтайцы приезжают к нам, и говорят, мы в шоке, то есть, ну, от ваших, что мы из других регионов приехали, собираем у вас, как бы, с проблем. Ну, типа, свои огороды там, да, да, это, да, и да, начинают гонять, ну, понятно. Да не, у нас-то по шишке-то нормально все. У нас уже вечереет. Вот такая красота сзади. Ну, как бы, по сути, когда смотришь своими глазами, такой закат смотрится совсем по-другому, чем либо на видеокамеру. Вот, я сейчас пару часов поспал, немножко устал после дороги, всего этого переезда. Сейчас уже холодно становится, прям морозит уже, прям так нормально. Ветер, конечно, успокоился, но все равно уже становится морозно. Такое чувство, ощущение где-то минус 5 градусов. Вот, и сходил вот позвонить, чтобы позвонить в город кому-нибудь. Надо вот сюда на берег выходить. Связь ловит только МТС. Расположились офигенно. Мужики хорошие, приветливые. Мы пообщались. Много чего друг другу рассказали. Было вообще... Вернее, было классно все по общению. Все адекватные, все хорошие. Вот. Ну и я хороший. Когда сплю зубами к стенке. Короче, глаз. Вообще, ну, что будет дальше, посмотрим. Я как бы не загадываю. Что будет, то и будет. Второй день. Вернее, уже вечер второго дня. Тут ребята на каракате уезжают. Воды прибавилось, капец, конечно. Вот сейчас мы будем помогать им переправляться. Он каракат, как бы, он этот плавающий, но его будет ветром сдувать. Сегодня до сих пор второй день ветер дует сильный. Будем цеплять каракат за лодку и лодкой будем его на тот берег переправлять. Но ребята собрались уже до дома, а мы еще тут на пару суток останемся. Ну, посидели хорошо, теперь надо мужикам помочь переправиться.
Ну все, давайте. Давайте, на связи, если что. Номер твой записал. А сколько тут будете? Да пару дней, не больше. Вижу, вижу. Да, утка есть. И причем не неплохо. Ох, их сколько там. Сейчас полетят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, полетели. Опять сели. О, вон бей, не хочу. Ружья не зарядили. Думаешь? Я хоть чуть-чуть частично прикрою себя вот так. Во. Мини-скрылок. Ну, дай потренироваться. Одного взял. Красавчик. Есть. Один есть. Некогда. Куда он упал, не знаю. Где-то здесь. А, вон, вижу. По-моему. А, о, живой. Угу. Вечерка началась. А сейчас тут такое место, короче, тут сейчас именно то время, когда будет сейчас чисто лед. Постоянно этих черков, постоянно будет летать. Даже крякать не надо. Вот. Первый раз я с этим сталкиваюсь, конечно. Ну, лед тут бешеный. Просто бешеный. Вот, ждем. Сейчас буквально еще полчасика. И че? Живой, что ли? Прям положил его. Ну сейчас, подожди, посмотрим. Ну надо добить, конечно. Он, наверное, в шоке просто. Лед вообще бешеный. Летают туда-сюда по кругу. Только отвернулся.
Упал один. Да. В траву, короче. В траве уже хуй найдешь. Да как так-то? Опять пролетел. Я не успеваю. Мимо. Блин. Далеко. Так, ну чё, постреляли. Короче, вон там у меня одна. Сейчас Вадим перейдет в болотниках. Бешеный налет был. Не знаю, вот еще черок. Парочка черков, короче. Не знаю, видно, не видно камеру. Вот. Один подранок был. У меня, короче, свалил куда-то. Я, короче, в кустах искал. Фонарика нету просто. Не стал. Короче, куда-то свалил. Получается, один подранок там, один там был. Да, в траву упал. Уже там понты было искать. Где-то вот там. Вчера поохотились, там 5 черков взяли, даже 7, 2 еще надо достать. Не смог я заснять, но вот эта мадам у нас работала вчера, крякала вечером. Остались мы троем, 2 мужика уехали. Этот Макс и как его, Димон. Вадим тут кашеварит. Мужики вчера нам оставили карасиков. На всю сковородку. Так, ну мы еще остаемся, еще на сутки, наверное. Бля, херово я, конечно, не заснял ничего, там уже камера плохо писала. Ты же хотел на утрянку пойти. Да, я хотел. Хотел, я говорю, я не смог встать. Я что-то уже это, тяжело стало вставать. На комаре был, блин, прям махом вставал. Даже, блин, практически не спал там. Ну, блин, комфорт потому что. Да. Да, с комфортом. Без палатки. Палатку хотя взяли, но... Нам... Чем комфортнее, тем вставать тяжелее. Ну да. Как дома почти. Вчера поздно легли, где-то в 1:00 ночи, наверное, а там надо было 3 часа поспать. Короче, не смог я встать. Будильник хотя звенел. Тяжело. Как Вадим говорит, чем комфортнее, тем тяжелее вставать, это точно. Уже стемнело, там смысла не было снимать что-то. Там уже не было видно, потому что эти... Черки летали, прям начали летать по кругу, короче, этот, нормально так. И сегодня, кстати, прохладно. Сегодня снег выпал, у нас уже чуть растаял. И погода опять испортилась. Вчера солнечно было, сегодня что-то прям тучки. Так. Помогаю Сереге приготовить уху. Приобрел, кстати, себе вот такую вот. На Валбрисе брал, не помню за сколько. Классная штука.
Только на природе чистите. Дома ни в коем случае не чистите. Вся кухня будет в чешуе. Не, ну хотя она это, водонепроницаемая, можно в тазике, в воде прям. Раз-раз прям в луночку попустим. Ну. Вот, вроде у нас распогаживается, солнышко вылезло. А вот вчерашних черков надо общипать, ну 5 штук. Там надо будет еще сегодня двое на озере там остались, их ветром снесло. Надо будет еще двоих достать. Сейчас дощипаю. Скорее всего, мы сегодня будем их делать горячего копчения. Самые вкусные это черки. Они мелкие, быстро чистятся. У нас уже вечер, вот у нас дичь коптится, горячего копчения делаем. 5 черков уже скоро будут готовы, наконец-то. Я долго этого ждал, попробовать, как твоя коптильная работает. Не, она четкая вообще. Да, коптильная, кстати, смотри какая. Ну, правда, вот этот манометр еще есть, термометр. Вот. Небольшая, ну как раз. Гидрозатвор, пока емкий идет. А, да, вот еще гидрозатвор, сюда воды наливаешь по бокам. Ну, нормально, короче, это тема. У нас утро. Опять сегодня ветрено. Сегодня пойдем пилить дрова. Все выспались. Вчера наелись, сегодня позавтракали, еще уху доели. Сейчас пойдем пилить дровишки. Наши дрова кончились. Так, у нас время обед. Мы решили сделать яичницу. Серега тут колдует. Во. Третий день. Сейчас у нас уже вечереет. Поспали, поели, позавтракали, пообедали. Еще раз поспали. У нас пошел дождь. Сегодня обещает весь день дождь. Первую вечерку я не снимал, потому что стемнело, а потом, пока разобрался в камере, вот которая у меня камера, DJI 4 версия, пока в ней разобрался, как можно было, ну, и вот, чтобы она ночью снимала. В общем, нормально так настроил. В темноте она неплохо снимает. Но утрянку у нас не получается вставать. Вот на вечерку сам прям вот самый раз. Вот, и со свежими силами, и выспавшийся. Кстати, такой прикол был на первой вечерке. Ну, там двоих мы, допустим, ну, забрали, она две утки упали в воду. Ну, их на тот берег снесло. У нас там один манчук оторвал на тот берег. И две утки мы не. Ну, знали где, просто не стали уже ходить там. Темно было, оставили. На утро пришли и начали. Ну, Вадим пошел обойти
А их уже, короче, леса уже сожрала. Вот, вот так вот, если оставлять, то зверь не спит. На запах приходит, видать. Ну, короче, остались без двух уток. Ну, ничего, пускай зверек поест. Мужики сейчас там уехали по делам. Там какие-то вещи перевезти до машины тут. В принципе, недалеко, на лодке есть. Вот, остался один. Вот. И мужики тут как-то в первый наш заезд, первый день заезда, рассказывали историю, что тут приходил медведь, я не помню, когда, ну, может, не в этом году, по-моему, да, не в этом году. Вот. Приходил на избу медведь. Сейчас кое-что покажу. Вот. Вот, короче, дверь. Вот эта дверь стояла входная, он, короче, ее погнул, выломал. То есть мужики говорили, что они потом ногами выгибали еще плюс, а так она больше была помята. Вон она. Сейчас поближе покажу. Вот так вот. Вся помятая. Дальше. Потом вторая дверь. Вот поставили. Вот следы от когтей. Вот эти вот. Тоже пытался, короче, этот, пытался залезть в избу. Ну, не знаю, он вроде, да, первый раз он залез. Вот здесь окно было. Вот, он, короче, это окно выбил. Вот оно, выдавил. Вот это стояло, я так понимаю, окно. Выдавил. Ну, там просто вот досками заделали. Вот, и снутри там утеплили. И вот, когда один остаешься, он так как-то сыкотно становится. Вот с ружьем стою. Буду ждать. Втроем как-то повеселее, не так. Не обращаешь внимания на так. А вот когда один, блин, что-то начинает какие-то мысли тебя посещать после этих рассказанных историй. Так-то, блин, в натуре боязно. Вот. Но мы вчера, когда уходили с Вадимом на вечерке, он, получается, на две вечерки, Серега тут тоже нервничал. Закрылся тут, блин. Конечно, без ружья, блин. Да, плохо. Ну, имеется, Серега-то не охотник. А мы с Вадимом с ружьями. Ну, такая вот небольшая история. Вчера у нас третья вечерка не получилась. Весь день вчера лил, и всю ночь, и вот сегодня весь день льет дождь проливной. Он, правда, мелкий. В общем, мы решили потихоньку собираться. Сейчас обед. Вон там утки сели. Сейчас попробую, не знаю, получится добыть. Может, дневка получится. Сейчас гляну. Я только 5 патронов зарядил. Улетели. Подранил. Короче, фиг найдешь сейчас ее. Она в лес куда-то летела. А, вот он. Ну, в принципе, дневка удалась. Где-то сейчас час дня. Они там сидят в лужах под дождем. Поднял стайку. Ну, одному в лед ударил. Ну, взял. Ну, правда, подранок. Жалко, конечно. Ну, пришлось добирать вручную. Все 5 патронов стратил. А сейчас так, чисто зарядил. Пули, пускай будут пули, так, скажем, для безопасности. Вот такой селезень, вечерок. Небольшой, очень вкусные, жирные утки прям.
особенно горячего копчения. Вот мы недавно кушали. Одного съешь такого маленького. Капец, блин. Наедаешься. Ладно, сейчас там стульчики заберу с нашего скратка, где мы охотились. Все. Будем потихоньку собираться. Ну, будем собираться по дождю, как всегда. А что делать? Домой надо уезжать. Мы уже четвертый день здесь. На четвертый уезжаем. Было все классно. Избу немножко прибрали. Там кровати заправили. Вот. Виктору спасибо за избу. Хотя я его не знаю, если он смотрит этот канал. Мой случайно найдет. Так что мы как бы порядок за собой оставляем. Там немного дров напилили. Себе, да и так в избу. Вот. Ну, будет время, дай бог, еще, может, с Виктором увижусь. Там еще, по-моему, несколько человек. Их я точно не знаю. Короче, всех не знаю. Но все равно спасибо. Хорошая изба, мне понравилась. Жаркая, теплая, все есть. Мы там еще консервы всякие пооставляли. Вон еще две утки полетели. Так, туда я иду, нет? А, да, все здесь. В общем, там соль оставим, там еще что-то оставим. Вот. Чисто по-человечески. Ну вот, надо собрать. Воды прибыло. Капец. Хорошо я броды одел. Вода холодная, капец. Вон он, поскакал белый. Не знаю, на видео будет видно, нет. Но мы зайцев стрелять не будем. Они нам нафиг не нужны, мы сегодня только на дичь. Так. Все, мы съезжаем. Порядок навели. Дров наколотили. Вот, все чистенько. Здесь прибрались, оставили тут кое-что. Стол, все чистый. Полы подмели, табуреты на месте. Тапочки развесили. Шканари. Нет. Так, шканари поубирали. Ну, как бы позастилали. Топчаны. Ничего лишнего не оставили. Все, собираемся. Сейчас это еще надо будет все перетащить. Наверное, ходки 3 будет. Все, отчаливаем до машины. Наотдыхались. Выспались. Мешались. Этот погода подвела.